зовут Кира, мне 11 лет. Я из Одессы. Мне тут все нравится. Здесь очень дружный класс. Я нашла друзей себе в первый день же. Приняли решение 7 марта пойти в школу, да, подали документы, и да, уже 9 марта мы были здесь, в классе. Дочку приняли очень тепло, радушно. Мне сбросили видео, как класс принял ее на первом уроке, знаете, это вот до слез действительно было очень красиво. Для нас это было очень важно, потому что действительно был большой стресс.